Здравствуйте! В 2018 году Баргузинскому Дасану исполняется 200 лет. Об истории первого Дасана Баргузинской долины мы поговорим сегодня с Шереталамой Баргузинского Дасана Цыденом Намжиловым. Цыден-лама. Как я понимаю, вот то место, где мы сейчас находимся, это уже четвертое место, где расположен Баргузинский Дасан. Я думаю, что это уже пятое место. Даже пятое. Тогда расскажите, пожалуйста, с чего начинался Баргузинский Дасан и где было первое место, где он был построен? Вот, получается, в этом году мы отмечаем 200 лет Баргузинскому Дасану. А если кратко рассказать историю Баргузинского Дасана, получается, в 1818 году местности Бургали, село Баргул, был построен Хуртын Сумы. Из первых, кто осветил Хуртын Сумы и распространил буддизм в Баргузинской долине, это приехал из Хелгантуйского Дацана Нямалын Лама и провел обряд равне Хуртын Сумы. И с этого момента началось распространение буддизма в Баргузинской долине. Потом, получается, в 1857 году из рек вышла вода Боргали и начала размывать Дасан. И поэтому она была перенесена в Харгану, близ озера Саганур. И в этом 1857 году перенесли из Бургали Саганур. Потом она была по 1922 году по предложению Агвандаржиева также Дасан был перенесен в Бархан, где источник Бархан-Ула, там у подножия святого места был перенесен третий раз. И четвертый у нас получается в 1991 году. Уже новейшая история. Да. Это получается 30-й год разрушили. И после этого упадка в 1991 году открылся Баргузинский Дасан возле Курумкана. И получается 91 год, 2000 год, она как называлась Баргузинский Дасан, 2000 года по приказу юстиции она была переименована Курумканский Дасан. И получилось так, что в 2000 году в нашем Баргузинском районе не имелся Дасан. Но ведь когда-то это была единая Баргузинская долина, и не было такого деления на районы, да? Поэтому так получилось? Да, у нас получается долина одна, и какое-то время они просто разделили на два района, Баргузинский и Курумканский район. Вот если получается история, вот в 1818 году в Бургали первый Дасан, когда основали, из Хелгантуйского Дасана приехал Нямалын Лама, был построен Хуртын Сума освящение, и также был, дали имя Ганден Шедувлин, и было присвоено Жамсрын Секюсен. И с этих времен начали постоянно проводить буддистские обряды. Лама Хелгантуйского Дасана приехал сюда, то есть из современного Кяхтинского района, это достаточно далеко. И вот я слышала такую версию от Пандита Хамбуламы, что он приехал согласно учению Будды, который сказал, что мое учение будет распространяться на север. То есть тогда одной из самых северных точек для, по крайней мере, Кяхты был Баргузин. Что вы думаете по этому поводу? Ну, на вот истории так говорится, что распространение буддизма будет идти на север. И как мы находимся на севере, думаю, с первых, кто у нас проявился буддизм, это получается Хелгантуйский Дасан, из первых основанных дасанов. И оттуда пришла буддизм на север. Думаю, что это не случайно. А как же оказалось, что здесь появился, вот в этой местности, недалеко от Ярикта, Дасан ваш? Ну, получается, что с 2000 года Баргузинский Дасан переименовали Курумканский Дасан, и у нас получилось, что в нашем районе нету Дасана. И по просьбе жителей Баргузинского района, в 2005 году жители Баргузинского района поехали в Хамбаламе показать место, где будем строить Баргузинский Дасан. И в 2005 году, 29 апреля, Хамбалама приехал в Баргузинский район, посмотрел место, где будет стоять Дасан.
было много показано мест. Это получается село Ярик-то было один из первых, потом второе. Жители села Баингол хотели у себя на родине Баинголе поставить. Это ваша родина? Да, это моя родина получается. И последнее слово было за Хамбаламой. И Хамбалама посмотрел и сказал, что в Баргузинском районе три бурятских села, и Дацан должен стоять в середине. Потому что если построить Улюни, то баингольцы туда не поедут. И получилось, что должны построить Хелгане в степях, где Куйтун. И решили поставить на этом, выбрали место в Куйтунах возле села Хелгана. И на вечер уехали в Курумканский Дацан. Там остановились. На завтра, когда уезжали обратно в Волгинский Дацан, местные жители на границе Курумканского района встретили и сказали, что в 1996 году у подножия горы Улзыха они нашли буддийскую пирамиду. В 1996 году, когда они в лесу готовили дрова, местный житель нашел эту шкатулку, которая была в ней пирамида из 1000 Будд. Цаца. Цаца. И в 1996 году они, вот, когда увидели, поехали в Волгинский Дацан, сказали, что такую вещь нашли. И лама сказал, чтобы они привезли в Волгинский Дацан. И второй раз они не нашли. И получается, в 2005 году, когда Хамбалама показал место, где будет строительство Баргузинского Дацана, когда возвращались Курумканского Дацана, по пути встретили и сказали, что покажем место, где будет пирамида. И жители села Ярик-то вместе с Хамбаламой и также мы пошли наверх Улзыхану, гору, и там нашли пирамиду из 1000 Будд. Хамбалама посмотрел, это была такая старая шкатулка из дерева, никаких гвоздей, это очень интересно, и старая, и в песке было саса из 1000 Будд. И Хамбалама посмотрел, сказал, что это знак, что помимо саса должно быть что-то спрятаны или что-то должно быть. Я свое для себя подумал, что скорее всего была спрятана утварь Баргузинского Дацана, которую в советское время разрушили. Про меня вот, я сам так подумал. И где-то в часа три искали это что-нибудь такое, чтобы найти. И когда все устали, сидели, Хамбалама сидел на камне и читал мантру. И вдруг остановился и говорит: «Ох! Индумне Бурхан Хужин». Ну, получается, он тут сидит, божество, Бурхан сидит. Это и он увидел то, что мы сейчас называем проявившейся или богиней Джамы. Это получилось, он сказал, что когда читал мантру, глаза такой яркий цвет, и что глаза слепли от этого цвета, и он увидел божество. И все увидели, как раз рядом были жители села Ярик-то, один из них Саша Ангабе. Он сказал, что она же беременна. Все удивились, что он говорит такой. Потом вечером мы поехали в Волгинский Дацан. На завтрашний день Дитхамбалама Дагбалама и два художника все Волгинского Дацана приехали. Один сел с правой стороны, другой с левой стороны и начали рисовать это божество. И потом в дальнейшем определили, что это богиня Нджама. И с тех пор отпало, где будет строительство Дацана. И в этом прекрасном месте мы построили Баргузинский Дацан. А сюда очень много приезжает паломников к этой богине Нджиме. И ваш Дацан, он стоит в таком прекрасном месте. А как вы себя ощущаете, вот как Шерета Лама этого Дацана? На вас какой-то груз особый лежит? Ну, получается, вот с 2005 года мы все начали это строительство. В 2014 году мы возвели, освятили Сокчиндуган, дворец богини Нджимы. И с тех пор очень много приезжает паломников. В последнее время очень много приезжает с запада. Это получается Новосибирск, Иркутск, с Москвы, Санкт-Петербург. Очень многие паломники приезжают. Снова вот все вы знаете, что богиня Нджима помогает приобрести ребенка, семью. Вот. И поэтому очень много приезжает паломников наш Дацан. И поэтому думаю, что нагрузка очень большая, потому что надо в каком-то мере встречать гостей. Также получается содержать Дацан на чистоте,
И также очень многие издалека, когда приезжают, надо было, надо что-то, где-то они остановились, где-то что покушали. Поэтому мы, Дацана организовал строительство гостевого дома, и также закусочные и так далее. И чтобы очень много с Запада приезжают и просят, как бы, чтобы у них был все благоустроено, и чтобы был интернет. И поэтому мы все это как бы помаленьку делаем. А в вашем Дацане сейчас два храма. Это большой Сакчен Дуган и Сакхюсон Дуган. Какие хуралы там проводятся? У нас получается по расписанию мы все большие хуралы проводим. Это получается 7 больших хуралов. Это 6 больших, это которые Зол хурал, Сакалганы, хурал, Данчат хурал, Хабудусун, Медар хурал. И 7-й у нас получается поклонение богине Нджимы. Эта дата получается у нас, как, когда мы 2 мая 2005 года нашли богиню Нджиму, это была дата месяц дракона, 24 числа по лунному календарю. С этого дня мы каждый год отмечаем праздник богини Нджимы. И вы все знаете, что когда все приезжают Ширит-ламы со всех дацанов, и также Хамбалама, проводим мы большой хурал и культурно-спортивные мероприятия. У нас в данный момент, получается, имеем два дугана, Сакхюсон Дуган и Сакчен Дуган. В Сакчен Дугане мы проводим большие хуралы, которые по расписанию, а в Сакхюсон Дугане каждый день у нас проходит хурал Сакхюсон. Это Жамсарын Сакхюсон и Шальчи Сакхюсон. Мы имеем два Сакхюсона, и два Сакхюсона мы почитаем. Читаем каждый день. 24 числа по лунному календарю каждый месяц мы проводим хурал, посвященный богине Нджиме, улика богини Нджимы. В этом году будет празднование вашего 200-летия, и Хамбулама уже определил день, это будет 28 июля. Вы будете праздновать его здесь, в Дацане? 28 июля этого года мы празднуем 200 лет благоустройства Дацана. Мы будем проводить, где был построен, где стоял первый Дацан Баргузинского. Даца Баргузинского района, это получается село Барагол возле речки Боргали. Там в данный момент идет строительство и будет равне Собаргана. То есть на том месте, где раньше стоял Дацан, там теперь есть ступ Собарган? Да, мы на этом месте построили Собарган. И 28 июля будет освящение равне Собаргана, посвященное 200-летию Баргузинскому Дацану. А как жители Баргузинской долины, ваши прихожане, участвуют ли они в подготовке к празднованию? В данный момент был организован оргкомитет при администрации района. И также мы на этом месте, где стоял первый Дацан, там чистая поляна. На данный момент идет подготовка для встречи гостей, это для навесы, столы, стулья, скамейки для прихожан, для лам. И там же будет культурно-спортивное мероприятие, Ирын-Гурманадан. Также будет презентация книги, которую мы сейчас готовим, 200-летию Баргузинского Дацана. Также будет состояться розыгрыш благотворительных билетов, которым мы решили поставить главный приз – трактор. Трактор? Да. С Баргузинским районом, Баргузинской долиной, с Баргузинским Дацаном очень связан такой известный йогин бурятский, лама, которого мы привыкли называть Садой Лама. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем. Хамбалама говорит, что благо в этой местности, где мы приобрели святыню богини Нджиму, в этом месте всегда медитировал наш великий Гыгын Содей Лама, и после себя оставил такое чудо, которое сейчас мы поклоняемся, богине Нджима. Содей Лама был выдающим йогином, перерожденцем Нагарджуны. Даже это написано в Непале, в книге перерожденцев, там названо имя Содей Ламы, что он перерожденец великого ситхи, учителя индийского буддизма Нагарджуны. Вот, и каждый год, когда мы начинаем летнее время почитать наши обо лусады, в первую очередь мы почитаем на месте рождения Содей Ламы
близ села Лысун, возле ступы, почитаем учителя нашего Суделамы. После этого мы идем дальше читать наши обо. Все большие такие местности, где наши живут буряты предки. Спасибо большое, Цзин Лама. Мы сегодня побывали в Баргузинском Дацане, который готовится к празднованию своего 200-летия. И мы приглашаем вас всех приехать сюда на этот праздник. До свидания.